Как вернуть свой долг, когда организация уже исключена из ЕГРЮЛ и, стало быть, не с кого взыскивать? Если тебе нужна помощь, ты можешь позвонить мне по номеру телефона, который указан в описании. Я постараюсь тебя не подвести. Работаю по всей России. Теперь к теме. Контору исключили из ЕГРЮЛ. И у тебя, как у, так сказать, пострадавшего, есть право через суд, да, это дополнительные траты, но такое право есть принудительно восстановить регистрацию этой конторы и оживить ее. Такое право есть даже у твоего правопреемника. Например, ты нашел какую-то контору, часто это могут быть те же самые юристы или коллекторы. Если сумма приличная, ты можешь по договору цессии уступить свое право требования к этой мертвой компании другому лицу. И даже у этого лица есть право по закону о регистрации юрлиц обратиться в суд и восстановить, оживить эту контору и подергать за соответствующие ниточки, чтобы получить долги.